Возвращение домой за границей для украинских граждан стало немного приятнее. В Одесском аэропорту начал действовать упрощенный порядок проверки документов. Вся процедура занимает максимум 10 секунд. Одесский аэропорт в зависимости от сезона принимает от 2 до 4 тысяч пассажиров каждые сутки. В течение прошлого года через него прошло около миллиона граждан Украины и других стран. Раньше на проверку документов уходило несколько минут. Данные паспорта пограничники сами загружали в компьютерную базу. А перед тем приходилось еще стоять в общей очереди с иностранцами. Новая система разделила потоки пассажиров. Граждане Украины идут отдельно. Паспортный контроль в среднем занимает 5 секунд. Авіаперевізники надають нам завчасно списки осіб, які прямують на повітряному транспорті ще до прильоту в Одесу. Тобто, виходить з того, що особа, інспектор прикордонної служби без особи перевіряє по спискам, по всім базам даним і вносить дані в базу ГАРТ-1 нашу на перетин державного кордону. Після того, як особа прибуває на лінію паспортного контролю, їй залишається тільки пред'явити паспортний документ інспектору. Інспектор впевнюється, що він є дійсний, звіряє з пред'явником фото і здійснює пропуск через державний кордон. Зі своєї сторони, пограничная служба зробила все необхідне. Техника и персонал были полностью готовы к внедрению предварительной регистрации пассажиров. Успех новшества зависит в первую очередь от авиакомпаний-перевозчиков. Они должны вовремя предоставить информацию. Как показали первые два дня работы, система проста и удобна. Быстро, достаточно. В сравнении с тем, что было? Да, безусловно. То, что произошло только что, это было практически мгновенно по сравнению сентябрем, наверное, даже прошлого года. Стало быстрее. Намного? Ну, на порядок. В 3 раза быстрее, все очень хорошо, спасибо. Чуть быстрее стало, да. Было, ну, хорошо, в принципе, мне нормально, как бы я доволен. Одесский аэропорт стал 4-м, где введена ускоренная проверка документов. Новый порядок уже опробован в Киеве, Харькове, Львове и получил положительные отзывы. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».